Георгий и Данил робототехникой занимаются более 2 лет и уже знакомы с разными программами. В планах у каждого создать свою уникальную модель. К примеру, Георгий в помощь маме хочет сделать робота-домохозяйку. Но сегодня их задача – научить сложный механизм двигаться по заданной траектории. Мы справились чуть быстрее наших соперников и успели отработать программу, что было тоже очень трудно. Было очень много проблем. Это не столько трудно, если научиться. Научишься, все сможешь быстро сделать, все правильно будет. Всегда интересно, когда ты работаешь с чем-то новым, что в будущем станет популярным. Слалом – сложная трасса. Задача робота – не просто пройти по черной линии, но и обойти препятствия. Это задание для участников постарше. Новички создают робота с 2 датчиками. Для них подготовлена другая трасса. Это элементы и программирования, но здесь немножко другое – это объектное программирование, объектно-модульное программирование. Но и логика, естественно, нужна, и навыки определенные нужны, ну и знания. Выступают команды в 2 номинациях. Каждая сделает 3 заезда по трассе. Победители определяют по лучшему времени. Сегодня участников немного, около 30 ребят, это 7 команд. Но для первых стартов, уверены организаторы, достаточно. Возможно, в будущем турнир привлечет внимание других юных техников.